Стилисты утверждают, главное не размер, а пропорция, а на нее, в свою очередь, оказывает влияние нижнее белье. Другими словами, от того, что надето под платьем или брюками с топом, и зависит то, как эти предметы будут смотреться на фигуре. Когда у тебя не падают бретели, когда ты не обращаешь внимания на какие-то неудобства, это еще и успех во всех твоих других делах. Мы настолько все разные, индивидуальные, что индивидуальный подход нужен каждой женщине. И женщина с деликатной грудью может испытывать не меньше проблем, как бы, и дискомфорта в подборе белья, нежели чем, ну, даже женщина плюс сайз с большой грудью. Людям с какими-либо особенностями очень трудно подобрать себе нижнее белье, из-за этого у них возникает некий дискомфорт. Разница между тем, что я покупала в масс-маркете, и у Ольги, это 10 сантиметров. То есть мы неправильно подбираем изначально те размеры, которые нас не украшают. Участница проекта Настя пришла на примерку вместе со своей мамой, которая также заинтересовалась темой брафитинга. Я очень рада, что в этом четвертом сезоне присоединились у нас две молодые девушки 16-17 лет, потому что я давно хочу, как бы, донести до мамочек. Я постоянно говорю им, что девчонок нужно учить носить белье с молодости, как только начинает формироваться грудь. Ну, вообще, с какого возраста нужно начинать носить девушкам белье? Конечно, это все строго индивидуально. Как только вы видите, что ваша дочь, например, только начинает, вот у нее начинает зарождаться, да, получается, грудь, она начинает у нее болеть. При прыжках, там, на физкультуре, при беге, она начинает испытывать дискомфорт. Ей хочется просто прикрыться. Такой, получается, звоночек для мам с папами, да, чтобы они обратили на это внимание. То есть неважно, пусть он будет, это элементарный топик, да, какой-то в самом начале, либо это подростковый бюстгальтер, который из ХБ. Это просто самоощущение девочки, что это ее защита. И когда вот пришли две девчонки, я пришла на лекцию, смотрю, все такие хорошенькие, две молодые. Я так обрадовалась, на самом деле. Ну, потому что действительно это очень важно. Мне вот, например, никто никогда в жизни не рассказывал, да, как там правильно ухаживать за бельем, как его подбирать, какие нюансы, там что-то. Вот, ну, все вот из такой вот, да, получается, серии. И когда они сидели, просто открыв вот так вот рот и смотрели, хлопали глазами, мне задавали вопросы, я прям вот, ну, реально почувствовала прилив силы и энергии, потому что, ну, действительно, для них это было очень важно и интересно. А когда они пришли еще на примерку с своими мамами, как бы, это было для меня, ну, скажем так, высшая награда. Растущему организму, то есть девчонок, у которых только начинает формироваться грудь, пушап носить нежелательно. И не то, что нежелательно, запрещено. Потому что у них только сформировывается форма, получается, груди закладывается. И систематическое передавливание, то есть деформация груди происходит. И в дальнейшем могут быть не очень хорошие последствия. Поэтому подросткам пушап носить нельзя. Организм еще растет, да, тело растет, грудь растет, поэтому нужно быть более внимательными к этому моменту. Все равно нужно оказывать поддержку груди, даже несмотря на то, что она еще деликатная. В общем, чем старше становится девушка, тем более правильное и комфортное белье нужно подбирать, чтобы оказывать правильную поддержку груди. Чаще всего, почему происходит у нас изменение формы груди, да, провисание, птоз тот же самый, потому что многие девчонки не знают, что, например, во время кормления, во время беременности, если мы худеем, полнеем, нужно обязательно поддерживать грудь в такие моменты. Потому что во время кормления у нас происходят гормональные, да, изменения, грудь наливается, сдувается, получается, вот эти вот моменты. Это очень сильно влияет на его форму и вид, на форму груди. Поэтому в такие моменты очень важно за ней следить. И это нужно запомнить, это нужно, получается, мамам доносить своим дочерям еще с того момента, когда только начинает у них расти грудь. Как показывает практика предыдущих сезонов проекта «Модель X», тема брафитинга является настоящим открытием. До встречи со специалистом многие участницы даже не думали о том, что отдельные предметы нижнего белья могут выстраиваться в рациональный гардероб, который работает на комфорт и формирование красивого силуэта.
Партнер проекта «Модель X» – салон нижнего белья «Брафитерия». Индивидуальные консультации, расширенная размерная линейка нижнего белья, домашняя одежда для женщин плюс сайз, подбор белья на нестандартные формы, подбор комплектов для подростков и женщин элегантного возраста. Салон нижнего белья «Брафитерия», Свердловский проспект, 58. Запись по телефону 8-950-738-08-85. Узнайте больше на странице «Брафитерия» в Instagram.